Приветствую, друзья! Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, руководитель студии, и одним из моих направлений является комментирование и помощь дизайнерам наладить взаимоотношения с поставщиками и, соответственно, наоборот, поставщикам я учу и показываю, рассказываю, как правильно себе рассказать, для чего? Для того, чтобы понравиться дизайнерам. У нас есть методика, которая описана в книге, о том, какие вещи волнуют дизайнеров, и что нужно указать поставщикам и партнерам о себе, о своих продуктах, для того, чтобы дизайнеры выбрали вашу компанию. И наоборот, дизайнеров учим выбирать надежных поставщиков на основе некоторых данных, которые они могут просканировать. И сегодня у нас на разборе Интерия, дизайнерская мебель от производителя. Это компания, которая сделала упаковку и прислала ее мне на комментарии. Напоминаю о том, что у нас открыто вакансии и возможности для того, чтобы я посмотрел на ваши материалы и дал такую же обратную связь, как и сейчас. И задача у нас будет очень простая – сделать изменения, дополнения, которые лучше скажутся на продажах. Дополнительно у нас в нашу рубрику попадают в том числе и в качестве рекламы наши уважаемые партнеры. То есть вы можете, прислав материал, вы увидите, что результат моего разбора будет выложен на YouTube, на Instagram и на Facebook каналах, поэтому вы сможете получить дополнительный охват и дополнительную рекламу. А если вы внесете изменения и дополнения, то это будет вообще здорово, потому что дизайнеры тоже смогут с вами познакомиться за счет вот такого формата и разбора. Ну и так, давайте перейдем к делу. Интерия дизайнерской мебели от производителя. Мы видим здесь такую фотографию с основным изделием. Я так понимаю, что это диван, но непонятно слово «мебель», потому что мебель может быть и шкафы, допустим, и табуретки какие-нибудь, и кухня, и мягкая мебель. Если это мягкая мебель, лучше так и написать, то есть что вы производите. Я еще, кстати, не знаю, я еще не ознакомился с детализацией того, что вы предлагаете. Я вот смотрю, как вот, как будто вот просто так. На самом деле, действительно, я не мотал вниз, я вот смотрю сейчас вместе с вами первый раз. Поэтому мое впечатление, оно не поддельное, и то, что я сейчас вижу, специально я показываю, вот как на это смотрит дизайнер. Я говорю, окей, понятно. В целом, картинка мне нравится, хорошо. Здесь мебель интерьера, это как будто Инстаграм-аккаунт, но лучше указать вот эту вот птичку, да, логотип Инстаграма, чтобы было понятно, что мне стоит туда обратиться. И также я бы подписал, то есть вот здесь, зачем мне, например, подписываться или что я там могу посмотреть, если у меня уже все есть. Ну, непонятно немножечко, зачем мне туда обращаться. Далее идет девушка. Мастер-класс, быть и мат, важный для дизайнера. Ну, давайте сейчас некоторые комментарии внесем, чтобы тут было понятно. Я буду приближать и немножечко рисовать. Вот этот часть, она немножко сбивается, потому что у вас здесь идет описание, давайте возьму другой фломастер, чтобы было видно, зеленый, допустим, идет описание вот здесь, и еще один текст, и он накладывается, текст на текст. Это не очень хорошо, лучше сделать по-другому, лучше задник вообще весь убрать, зачем он вам нужен, сделать логотип, ну, какой-то, если он здесь будет, то окей, пусть будет, но он сейчас, у него проблема с тем, что он заходит на макушку вот этой девушки, да, красивой. Поэтому девушку мы чуть-чуть повыше делаем, да, чуть-чуть повыше по правилам там композиции. И все, что мы хотим написать, например, мы пишем спокойно здесь. Здесь вот будет написано ваша интерия, и все будет хорошо. И здесь можно написать мягкая мебель для дизайнеров. Вот вам готовый логотип, можете, вернее, баннер, да, можете взять дизайнера и спокойненько с ним поработать. Вот это при том надо удалить. Нельзя, чтобы они изображение находило на макушку человека. Это не очень хорошо. Дальше. Ужасный вот этот вот шрифт. Ни в коем случае так не делается. Тенюшки. Это вот как будто какой-то босс из 90-х попросил секретаршу свою, Любочку, сделать шрифт с тенюшечкой, да, в Word'е. Не надо. Наймите дизайнера нормального. Это стоит 2-3 тысячи рублей на любой фриланс-бирже, если не можете заплатить за нормальный фирменный стиль, но я думаю, что можете, я думаю, что вы не придаете этому значению, а зря, потому что вот по таким параметрам как раз-таки дизайнеры оценивают, ну, как бы, насколько вы современны, насколько вы в тенденциях, да, вот такое не делают, это нельзя, это, ну, просто позор, такое нельзя делать, ну, прошу прощения сразу, если там, вы не обижайтесь, я вам, как бы, говорю, как есть, как я считываю, лучше я это скажу, чем все остальные промолчат, поэтому здесь абсолютно точно нужно убрать и исправить, как я примерно сказал. Дальше. Читаем, что тут написано. Важный для дизайнера. Ну, если вы хотите написать, что важное для дизайнера, так и напишите. Что для меня важное? Вот, тут какой-то целый список. Так вынесите сюда в заголовок самое важное. Я не хочу читать важное для меня, я хочу прочитать сразу же важное. Или топ-10 причин, чтобы обратить на нас внимание. Я не хочу на вас внимание обращать, я хочу понять,
что я получу, когда обращусь к вам, либо что вы мне можете предложить, что другие не предлагают. В чем ваша уникальность? Лучше ее выводить сразу на заголовок вот сюда. Это самое лучшее решение, которое может быть. И не надо писать, а теперь вот в этом серии вы увидите, что самое важное. Сразу же пишите самое важное и заводите его вот сюда в заголовок. Например, мебель... какими-нибудь с диванами раскладывающимися или еще с чем-то. Ну, я пока не знаю, в чем у вас прикол. Сейчас мы почитаем, что у вас самое важное, и попробуем этот заголовок сгенерировать. Представляем КП в течение 4 часов. Это сервис, да? То есть сервис идет. Гарантия выполненного вознаграждения закрепляем агентским договором. Смотрите, тут у вас идет уже перечисление того, как с вами работать. Насколько я понимаю, это карточка компании. Но я еще не понимаю, что вы продаете, кто вы такие, что вы покупаете, что у вас можно купить. Кроме того, что у вас диван, я вообще не понял, что за мебель вы продаете. То есть это мягкая мебель или что? Здесь я хочу в первую очередь посмотреть ассортимент. То есть что я могу у вас купить? Зачем к вам обращаться, вообще непонятно. Вообще непонятно. Это сначала я должен понять, зачем хотя бы, что вы продаете, а потом уже какие причины у вас купить. Вот поэтому ну, немножечко вперед идете. Представляем КП в течение 4 часов или на следующий день до 14, если проект включает 5 различных позиций. Что за позиция включает, какие-то позиции могут быть, я пока этого не знаю, я пока не уяснил. То есть вот если вы мне это прислали, я уже не понял, закрыл и выкинул. Второе, гарантия выплаты вознаграждения закрепляется агентским договором. То есть само по себе это прикольно, но вот как бы не по формату находится. Да, окей. На каждое изделие формируем три категории стоимости с детальным объяснением, обоснованием. Ну, очень классно тоже эта тема. Вот лучше всего ее дальше проиллюстрировать, то есть как это выглядит в практическом плане. Диван 1, диван 2, диван... 3, допустим, и разные стоимости и состав. И прям показать, как это выглядит на скриншоте каком-то. Это будет очень здорово. Может быть, это дальше будет, не знаю. Тоже поставим плюсик. Тема хорошая, если вы ее предоставляете. Предоставляем услуги к нашей базе 3D-модели Pro, которую мы еженедельно обновляем. То же самое. Показать, самая тема хорошая, показать картиночкой, что за база, сколько там моделей, как я могу эту базу использовать, это не очевидно. Вы можете эту базу разместить у себя, либо использовать у себя, ставить мебель и заказывать, согласовывать с клиентом по 3D-картиночкам и потом уже заказывать у нас. И лучше всего вот на эту тему кейс какой-то сделать. В принципе, тема хорошая, то есть вы показываете, наверное, вот так вот у вас, допустим, табуретка какая-то или диван, вот у вас диван изображен, дальше вы даете такой вот как бы кейс, ситуативный диван из вашей 3D-модели. Дальше у вас из этого дивана идет он в интерьере, получается, вот он стоит в интерьере какой-то. Это уже рендер, да? Дальше он, допустим, на заводе делается, тут показать ваш завод. Завод. И следующее, это уже клиент в готовой фотографии. То есть вот так вот, в принципе, вот с этого можно начать. Что вы делаете? Если вы делаете индивидуальный мебель на заказ, и вот ваш процесс, оно происходит вот так. Типа выбираем из каталога, согласовываем с клиентом на рендере, дальше вы на заводе делаете, и дальше клиент довольно живет. И здесь там отзыв клиента, например, как вот там делают, что было круто, да, то есть три восклицательных знака. Все, супер. Вот вы показали весь процесс буквально на одной картинке, и этот процесс лучше сделать как раз-таки выше, где у вас вот там девушка, либо... Ну, диван это нормально, но вот здесь вот как это работает? Лучше всего вместо девушки, хотя, наверное, имеет смысл и девушку разместить тоже, но разместите вот примерно такую схему. Тогда будет понятно, что вы предлагаете. Я сейчас только смог догадаться, читая ваши выгоды, что вы делаете именно индивидуальный какой-то подход. Раньше я этого не понимал, опять же, я могу даже ошибаться. Если, чтобы я не ошибался, лучше такую схему разместить примерно вот здесь. Понимание внутреннюю кухню и ритм работы дизайна, поэтому никуда не обижаемся. Вот это вот не, вообще не понял, что значит внутренняя кухня, не обижаемся на что можно обидеться. Ну, то есть непонятно. Кажется, что у вас какие-то проблемы постоянные с дизайнерами, и уже вы рукой на это махнули, и ладно, так уж и быть. То есть тут надо привести пример какой-то, иначе это непонятно. Скорее, это отпугивающая история. Либо нужно привести пример, что вы имеете в виду. Отвечая на вопросы развернуто, с позиции поделиться опытом, экспертностью. Тоже непонятно. Чтобы было понятно, нужно сделать так. Чтобы, например, ну, можно сделать вот как телефончик, например, у вас есть. Тут у вас дизайнер спрашивает, здесь дизайнер спрашивает что-то одно. Типа, ребята, как мне сделать табуретку? А здесь ваш эксперт отвечает другое. Чтобы сделать табуретку, приколоти к поверхности 4 ножки. И тут такой дизайнер дальше. Типа, окей, спасибо. Пошел делать. Вот. Это понятно тогда становится, то есть постарайтесь проиллюстрировать это наглядно, чтобы было какое-то доказательство. Не надо говорить, что мы экспертно отвечаем, а ответьте в кейсе экспертно, и это будет понятно и так для
человека, для дизайнера, для читателя. Если мы видим более правильное техническое решение, мы тактично предлагаем дизайнеру, занесем на это ответственность. То же самое, лучше примером привести здесь, что за практическое решение. Если вы сконструировали, допустим, тумбочку, и она не влазит в дверной проем, ну, допустим, вот не тумбочка, а что там у вас, диван, а дверной проем меньше, то типа мы этого не допустим, потому что мы заранее промерим дверной проем и спросим у вас, как мы будем там заносить, либо решим вопрос, как будем загружать диван, поднимать на 9 этаж. Ну, например, такой кейс. Может быть, у вас другой кейс. Но это нужно показать примером. Нельзя просто так описывать. Даже если это является вашим преимуществом. Кстати, вот так вот нормально накидывать преимущества сначала свои, потом присылать мне. Я смотрю, как это улучшить, отсылаю вам обратную связь. Вы, соответственно, улучшаете. И так у вас получается очень классная карточка с 2-3 раз. Отлично. Работаем поэтапно, без суеты. Может быть, с первого раза даже получится. Вот это тоже непонятно. А что за суета? У кого какая суета? Может быть, наоборот, я хочу, чтобы вы с суетой работали. Я хочу, чтобы вы суетились по моему проекту. А вы такие, типа, расслабленные. Скорее, это, может быть, тоже отпугнет, либо мне нужен какой-то пример, что это значит. При необходимости предоставляем фото-видео процесс изготовления. Когда вы пишете, любой, кто пишет при необходимости, либо зависит от ситуации, лучше понять, когда эта необходимость может возникнуть. Когда необходимость возникает, когда не возникает. Мне пока непонятно. Вот я сейчас не понимаю, когда мне нужно будет фото, а когда не нужно будет. То есть, вот, собственно, опишите. То есть, в ситуации, когда вы волнуетесь, что мы начали производство или не уехали ли в Таиланд на ваш аванс отдыхать, отмечать день рождения главного, вы можете попросить нас прислать фото. И увидите, что мы действительно работаем над вашим проектом. Вот, прям опишите эту необходимость. Я уже вижу, как это даже можно проиллюстрировать. И десятое. У нас всегда открываем открытое предложение, которое потенциально способно улучшить эффективность нашей работы, сервиса или уровень изделий. Тоже непонятно, что вы имеете в виду. Вам надо это все перефразировать. Что это значит? Это значит, если у вас есть гениальная идея с диваном, то давайте сделаем его вместе, например. И то же самое можно кейсом показать. Вот дизайнер Федор сделал нам такой диван. Вот мы его сделали на нашем производстве. И вот дизайнер Федор на выставке в Милане взял первый приз. Вот это вы имели в виду. Если так, то лучше так и объяснить. Так, о, супер. Все, знаете, ребят, тоже, видите, на макушку залезло. Нельзя так делать. Дизайнера выгнать, взять нормального, не пожадничать. Это обязательно. Это совет номер один всем, кто планирует как-то хоть продвигаться. Возьмите дизайнера, не позволяйте секретарше верстать. Коротко о нас. Кто мы? Зачем мне знать о вас? Мне вообще все равно, собственно, кто вы, потому что мне важно те ценности, которые вы доносите. Вы их чуть выше донесли. И, ну хорошо, давайте почитаем. Производитель мягкой мебели по индивидуальному заказу. Мы начинали свой путь в 2016 году. Поставили цель изменить стереотипы со сомнительным качеством отечественной мебели. Вот это классно, это ваша миссия. Это типа слово генеральному там или кого-то. Оказалось, что достаточно всего лишь по-настоящему любить свое дело, иметь нужную компетенцию и не страшиться амбициозных целей. Ну да, достаточно было встать и идти. Согласно, звучит словно цитата из паблика, да, согласен. Но в ней вся философия нашей команды. Ну типа, сформулируйте это, значит, немножко по-другому. То есть не то, что сформулируйте. То есть цитата из паблика окей, немножко над собой проанализировали окей, но что нужно? Ну, то есть укажите, какой путь-то был. То есть путь героя. Типа, у вас же не может быть такого, что типа все сразу же получилось. Оказалось, все так просто. Мы решили и сделали. Скорее всего, были какие-то проблемы, какие-то ситуации. Как-то вы, где вы модели мебели взяли? Я же знаю, что вот у вас есть замечательный там стул, кресло, да, как вы его разработали. То есть вот это надо показывать как достижение компании, а не действительно цитату из паблика. А так получается, вы сейчас привели цитату из паблика и сказали, ну извините, у меня цитата из паблика. Но от этого она не перестала быть цитатой из паблика. На чем специализируемся? Наш конек – изготовление мягкой мебели на заказ. Изначально к нам обращается в поисках производителя товара. Вот это надо в начало. Импортозамещение, когда необходимо получить мебель европейского уровня за наиболее бюджетные вложения. Однако подавляющая половина из запросов дизайнеров перерастает в постоянном сотрудничестве с профессиональной дружбой. Отлично. Вот, значит, надо показывать вот так. 3000 евро, как оно пишется так, и 1000 евро. Даже не евро, а сколько там, 100 тысяч рублей, например. Ну или в евро тоже. Типа качество одинаковое и список. То есть вам нужен список, чтобы был одинаковый, характеристики. Что типа наши характеристики за эти деньги, они даже лучше, чем европейская импортная аналогия за большие деньги. Вот это вам надо показывать. И, ну, именно на примере вот здесь, вот, типа, как было стало, да, как похудание. И что еще тут нужно сделать? То есть, первое, вы показали, что у вас одинаково
и там, и там. Но даже ваша может быть лучше, по идее, то есть ваша за меньшие деньги лучше. А здесь еще вы что можете сделать дополнительно? Вы можете показать, из чего состоит цена. Что здесь 2000, например, стоит в стоимости там таможня, доставка и все остальное, а здесь вся цена идет на производство. То есть показать, за счет чего вы можете добиваться качества лучшего, допустим, чем европейские аналоги, по цене меньше. За счет того, что у вас больше денег уходит конкретно в именно производство. А там практически все деньги уходят на посредников, на доставки и на таможню. И в итоге вы получаете не на словах, а на деле лучшие качества. Получить мебель в Европейском Союзе? Так, отлично. Однако подавляющая половина запросов дизайнеров? Отлично, дружба. Вот что такое профессиональная дружба, непонятно. Что это значит в практическом плане? Потому что, ну, что такое профессиональная дружба? Это когда что? Например, что мы, не знаю, встречаемся, отдыхаем. Что это? Зачем это нужно? То есть, пока я не хочу дружить с вами, ну, допустим, какие бы вы ни были молодцы, хотя знаю лично, да, и замечательные ребята, но... Кроме дружбы, нужны деловые отношения. Сначала деловые отношения, потом дружба. И, соответственно, вот тут у меня до конца непонимание. Как будто мне со мной хотят дружить, но я-то пока не хочу, если я новичок и еще о вас не знаю. Я хочу очень просто понять, как вы работаете, что вы делаете, в чем ваш как раз конек, да, и как я могу это использовать для того, чтобы заработать, либо не потерять денег. В чем наша уникальность? Прежде чем приступать к реализации заказа, мы досконально изучаем 3D-модель в 3D Max, разрабатываем рабочие чертежи и только потом приступаем к проекту. Если видим потенциальные проблемы или варианты улучшения, тактически сообщим об этом дизайне. Подробный подход является гарантом соответствия. Да, вот это хорошо. Тоже нужно кейсом привести, то есть текст вы написали, теперь надо сценарий. Как вы это делаете? 1, 2, 3, 4, прям показать, как у вас идет по этапу. Причем, может быть, даже фото с телефона. Возьмите телефон и прям вот, ну, сделайте так, как это происходит. Это классная тема. Согласен, поддерживаю. Дальше вот это что? Просто так картинки нельзя делать. У вас должна быть подпись. Что это за кровать? Это что, вы сделали, не вы? Что за кровать? Сколько стоит? Что за дела? То же самое здесь. Что за кровать? Что это такое? Что я здесь должен увидеть на маленькой части? Это у вас хорошо шов сделано или плохо? То есть я не понимаю, насколько качественно сделано или некачественно. Кровать с модифицированной нижней опорой. Задача изменить размер по ширине изголовья с 2300 до... Это задачи, в которых вы полезны, да, я так понимаю. Сохранив пропорции, убрать ножки, сделать изделие в пол с максимальным просветом до 3 мм. Решение. Проведение работ с моделью 3D Max позволит получить точный размер всех элементов с учетом изменения. То есть, давайте так, по-человеческому. То есть, дизайнер прислал вам модель в 3D Max и попросил изменить модель. Вот, это вход. Надо так описать. Дальше вы посмотрели в 3D Max, да, вторая тема. Значит, переработали и сделали под нас. Окей, все понятно. Хорошо. И результат, что получился, кровать. Сколько стоило, надо понять. Дальше. И сколько времени заняло? Что это такое, тоже непонятно. Такой-то кейс. Пример изделия диван с модификацией подлокотника и атаманки. Отлично. Задача получить диван с атаманкой на основе задания данной модели. Получить диван с атаманкой на основе... Короче, дизайнер прислал модель и попросил сделать такую же, да? Хорошо. Изменение стиля подлокотника сделали его плохо. Да, но изменить... Все, я понял. Это как в фильме, да, получается. Сделайте мне то же самое, но с другими пуговицами. Отлично. Решение. Согласовать эскизный проект. Изменение модели с модификацией изголовья. Изменили стиль подлокотника. Согласовали эскиз. Подлокотник. Подтвержденному эскизу. Ну, хорошо в целом. Окей, да. И что? Сколько стоило? Как выглядит? То есть понять надо. Сколько денег? Так, что еще? 1, 2, 3, 4. Это что? Пример изделия. Варианты наполнения встроенных мягких панелей. Обшивка панелей. Угу, хорошо. Мне что не хватило здесь? Сейчас мы дальше перейдем, какая интересная тема. Мне не хватило какого-то списка вначале. То есть нам поручают такие-то задачи. Первое. Создать мебель с нуля, разработать. Второе. Перешить мебель. Третье. Это разработать какую-то индивидуальную мебель. Четвертое. Что там у вас? Стеновые панели. То есть какого-то ассортамента, ну, нужно, да, каталога. И потом по этому каталогу уже детализацию. То есть сначала это лучше сделать. Потому что такие, окей, если мне нужно сделать вот такие панели, у меня, кстати, в проекте нужны были такие панели. Я должен понять, что вы это делаете, первое. Второе, как вы это делаете, пример, посмотреть. И сколько это стоит. Я хочу заказать вот такую панель с телевизором, сколько она мне будет стоить. Почему мне это важно, чтобы вы понимали. Я как дизайнер, я такое нарисую клиенту. Меня клиент спросит, слушай, дружище, а сколько стоит такая панель? Я буду либо не знать, сколько она стоит и где купить, либо сразу скажу, слушай, такая панель стоит там 5 или 15 или 20 тысяч рублей за квадратный метр. Я не знаю. Ну, то есть, в вашем исполнении. Если в вашем исполнении она бывает в разных материалах, то я бы так написал на вашем месте, что бывает в разных материалах, в ткани единорога, например, стоит там 100 тысяч евро за квадратный метр, а в ткани парусина, допустим, 1000 рублей за квадратный метр. Вот вам разбег цен. Ну,
я, естественно, утрирую, да, то есть не говорю сейчас что-то там среднее, да, но условно, да, ты можешь сказать, какой-то чаще всего покупают вот так, в плюше, например, либо в велюре. Вот это стандартный пакет. Почему? Потому что он износостойкий, его берут лучше всего на стены. Если вы хотите эксклюзива, да, вот в коже страуса тоже есть. И если хотите в эконом-варианте, там в обычной тряпочке тоже есть. То есть от 1000 рублей, 5000 и 15, например. Можно так показать. Это будет куда более ценно, если вы прям покажете. Потому что мне что хочется? Мне не хочется там связываться, выбирать. Я не хочу выбирать только по картинкам. Я понимаю, что вы хотите только по картинкам продавать, но я не хочу выбирать только по картинкам. Я как профессиональный покупатель, я хочу понять, сколько это стоит. Ну, то есть, чтобы представить клиенту. И клиент скажет, да, нормально, у этих ребят берем, у них цена понятная. Все, идем брать, отлично. Обшивка внешней стороны парадной лестницы в загородном доме. Отлично, встраиваем мягкая панель какая-то и так далее. Лучше не выносить вот так вот эту идею 1, 2, 3, 4, лучше прям подписать здесь. Найдите возможность подписать сразу же под картиночками, чтобы никто не будет вот так туда-сюда ходить. Это требование для мозга. Я вот смотрю, быстро пролистываю, и если у меня внимание не цепляется, вот что это такое? Я бы какую-то подпись хотел. Это диван какой-то такой-то. Что за диван, непонятно. Где-то подпись, наверное, будет, да? Вот здесь. Лучше всего сразу, чтобы было написано. Это детали. Здесь какой-нибудь там бивень. Здесь у нас клеймо. Здесь вид сбоку. Что там? Коготь медведя. Эксклюзивные проекты. Имитация бивни мамонт, наполненная из массива бука, подлокотники из массива береза. Ну, кто в каких случаях такое заказывает? Тоже интересно было бы. Я понимаю, что это ваш необычный проект. Вы говорите, иногда мы делаем необычные вещи, там, под заказ в театр, либо необычным интересным клиентам. Иногда заказывают даже такое. Это диван, в котором, что там, соединено медведь, крокодил и бивень. Сделан там для того, чтобы на Ютубе ролики записывать, например. Вот, все, окей, готово. Было понимание, что это небольшая история. То есть, типа, не то, что мы делаем это каждый день, но и такое тоже мы можем. Это сложное изделие, объяснить, почему оно сложное. Вот давайте покажем, с какими сложностями мы столкнулись. Потому что, ну, я реально вижу, да, тут вне зависимости от дизайнерской эстетики, да, насколько оно качественно с точки зрения дизайна и насколько оно подходит. Это уже дело там вкуса и дело десятое. Вы в плане технологий должны сказать, смотрите, мы можем технологично поступить так, и вот это хорошо. Я как не эксперт не могу понять по этой картинке, что тут сделано круто и что тут было сложно. То есть вы можете, например, вы вот это вот, может быть, вырезали 12 дней тремя людьми. Я этого не знаю, я вижу просто картинку. То есть, или может быть это лазером вырезано, я тоже это не знаю. Укажите именно технологично, как вы это все сделали. Притом можно сделать даже не обязательно как-то там выносками, наоборот, вернее, можно использовать выносками. Здесь написать, это мамонт, это крокодил, это там кошка, это корова, ну, с какими-то там деталями. То есть сложно отделать корову, мы сделали так-то, здесь мы там поступили так-то. То есть вы можете вот на этой, на одной картинке все показать и дать еще пару подписей вот здесь. Пару подписей под этими картиночками будет нормально. Все будет классно тогда. Так, ну это уже качество оформления. Вообще проблема многих ребят, которые делают описание и присылают мне, сразу скажу, лучше так не делать, когда вы одновременно пытаетесь и описать свою компанию по шаблону некому и одновременно оформить это. Как правило, это не получается с первого раза. Почему? Потому что сначала нужно смыслы вытащить, а потом оформлять. За один проход одновременно и смыслы и оформление не получается сделать. Ну просто не получается, я не видел такого. Ни одного случая. То есть и это разбирать очень интересно. То есть я сейчас вот то, что рассказываю, это в целом интересное занятие. Этим интересно заниматься, увлекательно. Поэтому если у вас уже что-то оформлено, можете присылать мне на разбор. И потом уже по этому разбору что-то сделаете. Но если вы начинаете с нуля описывать свою компанию, лучше так не делать. Лучше возьмите книгу, возьмите вот специальную энциклопедию. Там есть методичка. Либо приобретите курс. У меня есть специальный курс там более детально. И вот по этим вопросам, которые тут есть, опишите все детально, пошагово. Как уже мы обсуждали, чтобы было 20 вопросов, 20 ответов. И потом, когда это уже будет согласовано, добавляйте картинки. Потому что сейчас получается много красивых картинок, но как бы все они не подходят, и все равно все это переделывают. Потому что здесь, даже если там добавить цены, то, что я сейчас сказал, все равно не будет так читаться. Потому что логику чтения надо простраивать в зависимости от той последовательности, в которой хочет читать дизайнер. А как хочет читать дизайнер, я как раз показал в этой книге и объяснил, почему именно так. Я как дизайнер говорю, ребята, вы мне объясните сначала суть, что вы делаете, сколько это стоит примерно, как это выглядит, и потом уже в детали вдавайтесь. А у вас идет в начале, сначала узнаете о нас, а потом все остальное. Я до этого могу просто не домотать, мне будет скучно и неинтересно. Я открою, промотаю, посмотрю, отложу на дальнюю полку и забуду о вас навсегда, если там не будет показано то, что мне может быть полезно. Примеры изделий, эксклюзивные проекты. Так, ну тоже, что это такое?
Хочу подпись. Что это такое? Где это? Имитация. А, это уже было, да? Где цены? Без цены бессмысленно отсылать. То есть, ну, вообще не нужно даже это. Ценообразование. Ага, вот оно идет. Вот, отлично. Но окей, лучше везде, где вы уже дали, а лучше подписывать. Так, команда пользы. Вот тут я понимаю, что у вас какое-то производство. На самом деле, вот у вас одна из самых классных вещей, которую надо показывать, да, потому что кажется там выше, что вы, может быть, это вообще все покупаете где-то там за границей, либо в Китае, либо еще где-то и делаете. Наши менеджеры имеют действительно опыт работы. Что такое действительный опыт? А какие-то менеджеры делают, имеют недействительный опыт? Он, ваш опыт аннулирован, да? Так пишут. Непонятно. Опыт работы с мебелью сегмента, средняя премия, поэтому они смогут как проконсультировать, так и произвести подборку модели по фото и описанию. Ну, то есть, действительно опыт, непонятная формулировка, что вы имеете в виду, ну, хочется так сказать, поясните. Штатный технолог, прежде чем сделать просчет, внимательно изучит изделие по 3D-модели. Отлично. Ну, это мы уже обсуждали, это я поддерживаю, это классная тема рабочая. Команда мастеров с точностью уплатит ваш заказ в виде того, что с помощью 3D Max досконально изучим 3D-модель. Но это тоже уже было. В принципе, вот эту тему можно объединить как бы, ну, как, ну, в целом, общее описание сделать, и будет тогда нормально. Так. Проведем сверку чертежа с 3D-моделью. Ага, ввиду того, что в среднем за неделю мы производим. Зачем ввиду того, что писать? Если можно что-то убрать, просто убирайте это. Не надо писать ввиду того, что просто пишите. За неделю мы производим тоже не так много. Вы смотрите, вы сейчас смело можете вычеркнуть некоторые вещи. То есть вам не надо писать ввиду того, что... И не нужно писать не так много. Это все оценочная какая-то история. Ну, совершенно... Нет в ней какой-то необходимости. Вы можете просто это не писать. Давайте смотрите, как я сделаю. Смотрите по тексту, да, ввиду того, что в среднем, это не надо, за неделю мы производим 5-7. Вот видите, мы половину уничтожили текста, ну это дальше уже редакторская работа, и ничего не поменялось. За неделю мы производим 5-7 изделий. Ну или 5 или 7, 6 изделий можно написать, вот и все. Руководитель производства лично проверяет каждый заказ. Отлично. Здесь нужна фотка, где руководитель производства лично смотрит на каждый заказ, ну, проверяет его. Доставка и монтаж. Мы рекомендуем использовать наших... И что это значит? Это значит что? То есть, смотрите, если просто смотрит, непонятно, недостаточно. То, что он смотрит, нужно... Он проверяет их по 15 чек-листам и приложить прям можно картиночку чек-листа. То есть там, на какие параметры он смотрит, прям показать. И если у него все окей, то он... отправляет на склад или там клиенту. То есть вот прям детально лучше так показать. Потому что ваша задача не просто написать, что вот мы молодцы и смотрим. Ну смотрим и что? Все смотрят. А результат-то какой? Результат нужно показать, что у нас есть чек-лист, некая методика, по которой у нас нет возможности ошибиться, и тогда будет все хорошо. И вот эта методика, вот посмотрите, убедитесь, по какой методике мы проверяем. Хотите, сами условно по этой методике проверяйте. Либо другие, кто, у кого будете заказывать, спросите, есть ли у них такая методика проверки. Если нет, то значит... У них меньше качества, либо больше брака. Возможно. Опять же, вы это не говорите, вы просто говорите, что мы делаем вот так, и все. Доставка и монтаж. Рекомендуем пользоваться услуги наших доставщиков. Мы даже для клиентов из других городов профессиональный уровень подготовки. Тоже не надо рекомендовать ничего, просто надо сказать, что наши доставщики делают вот так. Как мы делаем доставку? Нужно заголовок примерно так сделать и показать, насколько вы внимательно упаковываем в такой вот формат. Делаем там пупырышки, упаковываем в картоночку. Бережно опечатываем, и все это показать картиночками. И вот едет на склад, а вот мы заносим в подъезд, вот там кто-то придерживает дверь, вот у нас там, если нет возможности доставить просто, вот мы на кране доставляем. То есть даже в сложных случаях, у меня, кстати, вот было, у меня в доме была ситуация, что доставляли камин очень тяжелый, его нужно было заносить, он через дверь не влазил, его нужно было через окно заносить. И мы наняли отдельный трактор, он такой большой, с большой стрелой, и такая фоточка, даже видео, по-моему, есть, как его через окно второго этажа, с первого этажа, таким вот большой стрелой туда прям заносят. Очень прикольно получилось, вот, поэтому вот можно так сделать. Я бы так, например, сделал по доставке разгрузки. Дополнительные услуги. Реставрация мебели, перетяжка мебели, необходимые... Вот это хорошо, да, частый вопрос от дизайнеров частных клиентов. Срок изготовления, так, позиции с каталога 5-7 рабочих дней, позиции под заказ 15 рабочих дней, комплектация квартиры, это сколько вы делаете, да, позиции с каталога. Ага, ну значит у вас еще каталоги какие-то есть, я, кстати, про каталоги ничего не увидел, хотел бы посмотреть каталог, должен был быть приложен, я вообще, кстати, думал, что у вас только на заказ, а у вас с каталога, оказывается, есть. Про гарантию. На каждое изделие мы предоставляем гарантию 16 месяцев. По истечении гарантии клиент может также использовать услугой продления 5% стоимости за дополнительный год. А что может сломаться?
Ну, то есть нужно понять, гарантия на что. Если это, ну, кресло, почему оно сломается за год, тоже не до конца непонятно. Что обычно? Можно так и написать, что обычно ничего не ломается, но бывает часто выходит из строя, например, то-то и то-то. Но здесь я начинаю напрягаться, что типа, через 16 месяцев, то есть мне кажется, даже может быть это и не писать. Мне кажется, сейчас через 16 месяцев у меня там, ну, развалится что-то. Вот, поэтому тут надо повнимательнее, конечно. Оплата заказа. Предоплата составляет 70 по стоимости заказа, 30 оплачиваешь по факту доказательства изделия. Возможность работать с оплатой на части. Да, возможно. Отлично. После точки с большой буквы. Система лояльности. Мы предоставим скидки для клиентов в случае, если заказы производятся благовременно. 30 дней до начала реставрации включает 5 одинаковых позиций. Отлично. А это что такое? Это публикация, я так понимаю, ваш, да? В вопросе публичности мы стараемся быть максимально открытыми. И что это дает? Типа, мы наши работы печатают там, там-то, там-то. И надо написать, печатали в таком-то журнале, завоевали такую-то награду. Нужно упаковку нормальную сделать. А вот, печатаем журнал. Мне вот не нравится в этом всем, что вы сначала показываете смысл, а потом внизу перечисляете. Лучше картинку, текст. Это самое будет приятное, да, что вот картиночка и тут сразу же описание, что это такое. Так, контактная информация. Ну, что я могу сказать? В целом молодцы, постарались, но сделали по-своему. Я рекомендую по-своему не делать, потому что так вы много очень упускаете. Я рекомендую взять методику по книге, вот эту, потому что что вы здесь не указали? Здесь вы не указали много чего полезного и интересного. Если мы берем карточку компании, то очень важно по карточке компании описывать, что должно быть. Должно быть последовательно описание того, что вы предлагаете, в том числе для дизайнеров. Где, например, здесь агентские вознаграждения, да, почему нету? С кем вы работаете, с кем не работаете? Что указать в карточке? Вот давайте посмотрим. Название, краткое описание главной услуги, уникальность, портфолио с фотографиями. Вот последовательность, которая у вас должна. У вас сейчас последовательность наружена, соответственно, логика, она не вскрывается так, как надо. Принципы ценообразования. В самом начале должно быть понятно, что вот это кресло стоит столько-то. Контакты для связи. Все, это 6 позиций, которые достаточно для того, чтобы принципиальное решение применять. Дополнительные услуги, что делаете еще? Собственные разработки, которые делаете. Уголок тщеславия и статистики. Вот здесь у вас как раз печать в журналах. Организация. Как команда работает, офис, если есть, покажите процесс производства, покажите офис, тонкости какие есть, что я не знаю о индивидуальном производстве, контроль качества, гарантии, миссия, философия, позиции, принципы, ограничения, условия работы с дизайнерами нету и скидки. У вас сделано, в принципе, половина из этого, но сделано в том формате, который вы сами захотели. А нужно сделать в таком формате, в котором дизайнеру удобно и интересно читать. Поэтому получается, что я должен совершить какую-то работу из всего многообразия, что представлено, догадываться. Вот вы видели, как я открывал и пытался догадаться, что вы делаете. И только в самом конце, либо в середине, я понял, что у вас изделие на заказ, а только в самом конце я понял, что у вас есть еще какой-то каталог вот здесь где-то. То есть вот то, что вы даете, это должно быть сразу же понятно. Да, это как дополнительные услуги, но это в начале практически, там, ну, в одних из первых пунктах. Поэтому, что я рекомендую? Взять все-таки материал по книге и сделать там, как написано, и потом уже снабжать картиночками. Картиночки и верстка сейчас не нужна, тем более верстка все равно нужно ее править, потому что, ну, дизайнерские здесь очень, ну, некачественно сделано, нужно переделывать. И написать сначала текст, описать компанию, описать продукт какой-то, да, и потом уже это дело все оформить. Если будет полезно, напишите свои комментарии, если вы дизайнер, по данному вопросу. Всем производителям также рекомендую обратить внимание на данный разбор. В принципе, всех буду также комментировать. У кого есть желание, присылайте свои работы. Можно это сделать, пока у нас идут комментарии. Обращайтесь ко мне и присылайте свои работы. Буду делать разборы наших клиентов. До связи, до новых встреч. С вами был Станислав Орехов. Увидимся в следующих видео.